Ну а мы продолжаем быть на одной волне, на этот раз с Натальей Зайцевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, поделитесь впечатлениями, как вам старт вообще конференции? Вы знаете, очень нравится, и самое главное, наверное, это даже не совсем то, чего мы ожидали услышать, то, что все, что нам хотелось бы, практически все, уже делается. И, конечно, это очень радует. Мы видим, как меняется магнит, и вообще мы работаем достаточно давно. То, что было 10 лет назад, то, что есть сейчас, и то, что пытается компания менять процессы и свое отношение к поставщикам, это, конечно, очень радует. Вот говоря как раз-таки об изменениях, да, как изменились отношения с сетями, если говорить более конкретно, вот с вашей точки зрения, самые важные моменты. Если раньше от нас, можно сказать, требовали и говорили, вот это нас не интересует ваше мнение, сейчас нас слушают, с нами общаются, мы действительно совместно разрабатываем некоторые проекты. Сети, магнит в частности, активно интересуются новинками, чтобы действительно дать потребителю то, чего, может быть, еще вообще нет, и он еще не знает, что потребитель даже не знает, что он этого хочет. Но это у него скоро будет. Сыграть на опережение, да, получается? Да, однозначно. Говоря о вашей компании, вот за прошедший год, например, да, какой из кейсов был самым удачным, который бы вы хотели отметить? Мы разрабатываем активно новый вид гигиенической продукции совместно. И мы провели действительно панельное тестирование, фокус-группы совместно с Магнитом и их покупателями и существенно улучшили продукт. То есть вот я считаю, что то, что в таком ключе движется взаимодействие, это действительно даст потребителю, конечному потребителю Магнита, именно то, что он хочет, и тот продукт, который превосходит его сегодняшние ожидания. Вот, это может быть пока еще секрет, потому что продукт еще не вышел, но он будет у нас прям очень в скором времени на полках. Супер новая гигиеническая продукция. Спасибо большое. И еще, конечно же, вопрос. Что все-таки для вас быть на одной волне? Вы знаете, на одной волне это значит, мы мыслим одинаково, наши процессы, скорее всего, строятся примерно одинаково. Именно тогда мы можем быть качественным поставщиком. И, собственно, то, что с нами общаются, и то, что нас слушают и готовы слушать. Вот, наверное, то, что мы идем рука об руку на одной новой волне с Магнитом. Ну, хотелось бы, чтобы это взаимодействие продолжалось. Спасибо вам огромное. Продуктивного дня.